Дорогі друзі, що ж, ми повертаємося до студії, і як бачите, я сиджу на одному місці, сиджу в самоті, а це означає, що Інуся вже прийшла до наших гостей, яких ми раді вам представити. До нас сьогодні завітав Володимир Юрковський, голова обласної організації ромів Романі Бахте, і Ізаура Дріма, представниця організації ромів Романі Бахте. Тож, дорогі друзі, продовжуємо наш ефір і раді представляти наших гостей. Інуся, передаю тобі слово. Отож, у нас, друзі, як ми вже анонсували, сьогодні рубрика «Сніданки народів світу». І сьогодні ми будемо з нашими гостями готувати сніданок традиційний. Хотілося б дізнатися, що це буде за сніданок? Ну, це буде салат із свіжих овочів, називається він лутіка. Лутіка. Отож, друзі, запам'ятовуйте. Сніданки народів світу спеціально сьогодні для вас. Що нам для цього знадобиться, для цього салату? Ну, оскільки цигані кочували і... пищу, они больше употребляли овощи. И на сегодня у нас огурцы, перец. Перец – это неотъемлемая часть кухни цыганской. И сладкий перец, и горький перец, и помидоры. Мясо всевозможное добавляется. И свинина, и баранина, и говядина. В данный момент это курица. Мясо должно быть запеченное или сваренное? Тушеное. Тушеное. И сегодня у нас, ну это уже цыгане принимали ту кухню, где находили свое прибежище. И вот у молдавских цыган очень много в кухне молдавской кухни. Это плацинды с кабаком. Сегодня у нас будет даже десерт. Да, и будет десерт, это будет чай. Чай по-цыгански. Вы нам будете открывать секрет чая по-цыгански? Да, вот Изаура вам расскажет, как это. Ну, я так думаю, что, наверное, начать надо с салата. Давайте начнем с салата. Что мы первое будем ложить? Мы сейчас будем... Здесь у меня, значит, есть сухари. Но сухари нынче какие? Раньше были несколько проще. Сухари ржаные, у нас сегодня флин. Зелень, и в этот салат можно добавлять семечки, ну, мягче, я так думаю, кунжут. Вот так, сейчас мы начинаем перец. Да, перец сладкий, слоями. У нас получится слоеный салат. Да. Заправлять можно по-всякому. Можно оливковым маслом, можно заправлять просто растительным маслом. Это уже на сегодняшний день мы вот поговорили с Изауром, говорит, давайте заправим его майонезом. То есть кто как любит, кто любит, конечно, маслом, кто любит майонезом, конечно, это не принципиально. Помидоры мы здесь же режем. Какие должны быть помидоры? Помидоры любые, любые пылевые помидоры. Вот. Чем сочнее, допустим, помидоры, если что, мы их нарезаем крупными дольками. Да, все, видите, все порезано у нас соломкой. Вот. Все это мы выложим. Теперь мы выкладываем курицу. У нас сегодня куриное мясо в нашем салате. Да, да, да. И выкладываем точно такие же, видите, нарезанные тоже. Тоже соломкой. Да, соломкой сухарики. Все это заправляем майонезом. А пока мы заправляем майонезом наш салат, я предлагаю посмотреть наш сюжет про сніданки народів світу. И после этого мы вернемся и будем пробовать наш салат. Говорити про циганські кулінарні традиції – це означає обов'язково згадати про кочовий спосіб життя цього народу в минулі часи.
Саме такі особливості побуту ромів сприяли виникненню своєрідних звичаїв кулінарії. Життя в дорозі зумовило надзвичайну простоту циганської кухні. З м'яса цигани віддають перевагу яловичині, свинині, курці і баранині. В рецептах циганських кулінарних традицій переважають тенденції угорської, болгарської та румунської кухонь. Це фарширована риба і дичина, м'ясо обсмажене на розпеченій пательні, а потім тушковане з зеленню, швидко обсмажений нарожній шашлик, коржі з м'ясним фаршем і болгарським перцем. М'ясо подається зі всілякими овочами. Популярний гарнір – томати, фаршировані перченою бринзою. Традиційний напій – звичайне ж вино, особливо молдавське. З перших страв надзвичайно по душі припадають супи з буряка, квашеної капусти. Циганський національний суп хабі роми готують на м'ясному бульйоні, заправлений зеленню, цибулею, кропом, петрушкою. Хабі крейди – темний суп, готуються на м'ясному бульйоні з овочів та додаванням баклажанів, від чого і виходить темний, брудний колір, що дав назву страві. Більшість страв гострі, традиційною вважається і каша хивіцій, приготована з кукурудзяного борошна. Класичним циганським пирогом вважається сив'яко – солодкий пиріг. Начинкою для нього служать сир, мак, родзинки та курага. Ще багато кулінарних шедеврів приховує національна кухня ромів. Ми неодмінно ще багато разів будемо повертатися до кулінарних таємниць цього народу. Делать наш салат, пока вы смотрели сюжет. Хочу сказать, что мы каждый слой перемазали майонезом, немножко его перемешали, чтобы он быстрее пропитался, чтобы мы быстрее могли попробовать эту вкуснятину. Добавили практически все уже ингредиенты. Хотелось бы знать, что мы дальше будем делать. Ну, а дальше мы должны его чуть-чуть подсолить. Солим мы тоже вот. Чуть-чуть. Теперь у нас есть кунжут. С кунжутом салат приобрел какие-то новые яркие краски. Да. Вот чуть-чуть его подмешаем. Ну и финал. Я прошу прощения, я забыл подперчить. Это тоже немаловажно. А почему так и хочется сказать? Ну, у нас здесь есть зелень и есть лук. Ну, лук по вкусу. Можно добавлять лук туда, а можно просто его украсить луком. Я хочу сделать акцент на этом украшении, что оно действительно стоит внимания. Небольшие лилии, хризантемки из лука. Хотелось узнать, вы сами делали эти хризантемки, все это своими руками? Ну, вот сейчас же вы видели, что это все при все вас свое. Делалось. Вот украшаем здесь. Зеленью. Напоминает клумбочку. Да. Но у нас еще здесь есть помидорки черри. Еще не все украшения. Да. Мы здесь уже принесли прямо веточку эту черри. И действительно получается, как будто на клумбочке маленькие бусинки рассыпаны, ягодки. И петрушечки. Какой аромат пошел. Да. Здесь у нас есть огурчик. А вот из огурца мы можем сделать розу. Хотелось бы узнать, как ее сделать. Ну, смотрите. Мы срезаем шкурочку кожуру. Получается конусообразно. Да. И выкладываем. Друзья, как видите, все довольно просто. По чуть-чуть снимаем кожуру под наклоном, и у вас получается сразу красивый цветочек.
такой же самый цветочек мы делаем в другом углу нашей клумбы. И так нужно делать по-всякому. В зависимости от того, какого размера у вас тарелка. Да, да, да. Какое блюдо. В принципе, ну здесь для яркости в каждый цветочек положим по одной. Прекрасное дополнение. Я скажу вам, что практически наш салат готов к употреблению. И я могу его даже предложить попробовать Вите. Так, звісно, тому що хотілося б все ж таки перше показати нашим телеглядачам, як виглядає він зверху. Він усі трохи припідніми. Ух ти, який тяжелий. Можна всю сім'ю накормити. Я думаю, що навіть я підійду до тебе, Інусю. Ти мені немножко поможеш. Так, таку красу необхідно все ж таки показати нашим телеглядачам. Ось, дорогі друзі, бачимо, яку красу приготували наші гості. Так, але все, не все ми ще зробили, так? Ще прикрашати будемо і будемо. Дело в том, что уже с салатом завершено, я так считаю. Вот. Мы сейчас здесь вот щипцы и, конечно, по тарелочкам будем раскладывать. А следующий у нас это плаценты с кабаком. Для теста я предлагаю сделать тесто. Это где-то порядка на 800 на килограмм кабака необходимо тесто. Тесто на литр кефира, одна пачка маргарина. Ни соли, ни яиц, больше ничего не надо. Предварительно разогреть в микроволновой печи или просто разогреть маргарин, влить его в кефир, перемешать. И тесто должно быть не забитое. Вот, и раскатывать небольшие такие лепешки. Предварительно до этого готовится начинка. Кабак натирается на терке, тушится. Стекает с него сок. Этот сок можно употреблять и для цвета в тесто. И приобретает такой желтоватый цвет теста. Как будто там много яиц. Это большой секрет. Да. Тож, дорогі друзі, бачите, наші гості привідкривають вам секрети. Покажемо, як виглядає наше блюдо. Дозволю собі забрати його і показати. Вітю, я боюсь тобі давати плаценти до рук, тому що ти їх зараз всі з'їсиш. До речі, в мене вони асоціюються із спогадами про бабусю. Завжди вона готувала саме їх. І циганський чай. Ну, а циганському чаю розкажуть вам Ізаура. Мы предлагаем немножко прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой дадим Изауре слово для того, чтобы она действительно рассказала нам секрет долгожданный настоящего цыганского чая.
друзі, ми повертаємося і знову ж таки я вриваюся в ефір, тому що Інуся не поряд зі мною, а поряд з нашими гостями, яких ми і раді вам представити. Це представники організації ромів Романі Бахт, Володимир Юрковський та Ізавра Дріма. Тож вітаємо вас. Отож, відео ми вже приготували салат, ми говорили про рецепт просто дивовижних плацин, і тепер настала черга справжнього циганського чаю. Ізавра, вам слово. Я вам хочу сказать, что на самом деле рецепт цыганского чая довольно-таки простой. Раньше, как бы, ну, когда цыгане кочевали, ну, вообще-то цыган народ кочевой, и у них не было, ну, вообще различных чаев, там, разных всяких, с всякими вкусами, а им доводилось это делать самостоятельно. Они заваривали чай из обычных веточек деревьев, там, вишня, плодовых. Плодовых все было деревьев, просто, да, но разных, различных. Теперь на сегодняшний день мы как бы тоже додерживаемся этих традиций, но теперь как бы более подобрались времени, да, и мы сами вот придумаем. Для этого у нас есть и свежезаваренная заварка, и мы еще кладем в чай различные фрукты, которые у вас есть для вкуса. А еще для того, чтобы для успокоения, для улучшения как-то... Рома, знаете, очень энергичные. Да. И мы еще кладем туда заранее приготовленные листочки мяты. Можно, конечно, свежую мяту, но это уже как вы хотите. Тоже по пожеланиям. Да, и пожалуйста. Так, мы заливаем чаек. Заварочку нашу в кружечки, наши мы чашечки. Я думаю, начали нарезать. Мы видим красивый яркий цвет заварки, черный чай. Мне вот недавно тоже Витя чай готовил, но я почему-то думаю, что ваш чай будет вкуснее, чем Витя. Нарезаем долечками фрукты, которые у вас есть. Наш чай. Еще нарезаем. Не жалей. Какие у нас щедрые гости. Но он чем больше, тем вкуснее, мне кажется. Это для нас так. Сливы. Сливы можно. Первый раз, кстати, вижу, чтобы добавляли в чай сливы. Сливы, ягоды всевозможные. Их мы тоже нарезаем. Тоже дольками можете нарезать, конечно. Круглыми, как хотите. По две долечки мы всего ложим. Ну, чуть-чуть тут можно, положить. Чтобы чуть-чуть настоялся. Еще такой секрет от наших гостей. Чтобы чай лучше раскрылся, чтобы был лучше вкус, мы его немножко закрываем. Да. Чтобы запах, аромат остался в чашечке. Он немножечко заварится. Мятки кинул. Чай. И можно будет, когда вот снимать вот эту вот крышечку для того, чтобы заварился, кинуть туда мяту. Очень вкусно, красиво. То, что вкусно, мы еще попробуем, но то, что это красиво, я уже точно уверена. Дело в том, что все ягоды, которые у вас имеются, все можно... Можно все класть. Многие говорят, что у цыган это свежеприготовленный компот. Но это для нас чай, это очень и полезно, вкусно. И полезно, и вкусно. Вот. Мы предлагаем вам сколько сахара? Давайте две. Само перемешиваем. И получается, действительно, чем-то похоже на компот. Пахнет, слышите, это? Аромат уже чувствуется. Да. В студии есть аромат. Угу. Ну, желательно, чтобы было, конечно, крутой кипяток, потому что, вот, я попробую чай, Витя, тоже. Я підходжу до наших гостей, так дійсно, тому що мені також пропонують. Все прекрасно. Какие у нас галантные гости, ухаживают за нами. Ось так, дорогі друзі, бачимо, яку смакоту готують наші гості. У вас також є можливість кожного ранку. Ви бачите, що це займає досить таки мало часу. А я, Вітя, ще поухажу з тобою, ще положу нам салатика. Боже, що Інуся не творить? А я все-таки від неї чекаю метелика.
Вітю, я хочу сказати, що тебе сьогодні чекає не тільки салат, але й метелик. Боже, нарешті, дорогі друзі, це нагадую для тих, хто, можливо, пропустив деякі наші ефіри. Ми просто побилися об заклад минулої п'ятниці, що я зроблю для Інусі прикраси, а вона зробить для мене метелика. Вона забула, я зробив прикраси, а вона метелика не зробила. От я її щодня тепер і гризу. Вітю, я тебе навіть погодую. Минулого ефіру ти за мною дивився. Дякую, дуже смачно. Дорогі друзі, ось так, наші гості Смакота приготували для нас їжу. Ось бачите, не тільки Інуся за мною дивиться, а й ваші гості. Дякуємо вам, звичайно. Будемо ще смакувати. Дякуємо нашим гостям за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Поділилися своїми секретами, секретами справжньої циганської кухні. Ми дійсно раді, що ви сьогодні до нас завітали. Спасибо. Дякуємо вам. Буквально декілька слів того побажань для наших телеглядачів. До бадьорого ранку і хорошого дня, тим паче, що день міста наближається. Ну що, ми поздравляємо з наступаючим праздником міста. Всім желаємо щастя, радості, благополучия і міра в нашому місті, в нашій країні. К ромам обращаюсь. Авим бахтали, састи, зорали, састіпи. Щастя всім, радості і благополучия, міри, тепла, добра і лави. Ми приєднуємось, смачного вам, наші любі.